И всем привет! С вами я, Дэн! Я не так долго приветствуюсь! Это было слишком долго! Засунь. В общем, сегодня мы будем проходить Space Obby карту, а именно побег из космоса! Да... А, посмотри, какие красивые здесь летающие тарелки. Да, похоже, мы на этой летающей тарелке прилетели, а вон другие разбились некоторые, некоторые тоже прилетели. А, типа мы и есть пришельцы, которые приземлились на этот метеор. Или да, что это? Да, попробуй отдалить экран, и ты увидишь другую карту сразу же слева. О, ничего себе, там Марс, Земля? А, тогда мы, получается, не на Земле, это уж точно. Кто последний, тот лошек. Да-да-да, я сейчас через твою голову залечу на этого пришельца. Готов? Давай-давай-давай, прыгай. Давай, на счет три бежим вместе, и я прыгаю. Раз, раз, два, три. Ты чем меня обманул? Ладно, нет, слушай, это слишком глупая затея, идем дальше. Да, аккуратненько, боюсь, сюда по этой синенькой штуке, я даже не знаю, что это. Главное с нее не упасть. Это, наверное, какие-нибудь... я не знаю, нервы этой планеты. Нервы? Она живая, вообще как будто мы в мозгах находимся где-то. Да, о, стыки кристаллики прикольные. Еще один дрон, я знаю, что ты хочешь сделать, Демастер. Это хочешь, на котором я уже там стоял, то есть на него можно встать. Давай с краешку. Давай прям с самого краешку, вот так. Не-не-не, вот отсюда. Думаешь, отсюда будет удобней? Да, видишь, я почти допрыгиваю. Так, нужно просто одновременно побежать. Давай, стой здесь. Да что ты делаешь? Ты что мне сумоист пытаешься скинуть? Вот стой, стой, не ты... Хватит. Ладно, мне кажется, нам туда не допрыгнуть. Короче, идем по этой полосе. Аккуратненько. Прыгай. Не подскользнись на этих кристаллах. Я думаю, на них не подскальзываются. Оп, кубики спорта. О, я знаю эти боксы. Да. Я знаю, откуда они. Попытайся угадать. Давай. Из портала. А, из портала, ты знаешь. Да тут все из портала, кстати, смотри, и кубики, и турельки эти из портала, да? Да. Кстати, да, ты заметил, что мы только что прыгали не по таким кругляшочкам стандартным? Я вначале, когда сюда зашел на эту карту, я вначале подумал, что это, знаешь, переделанная шаблонная обе карта. Знаешь, там побег от Слендера и бла-бла-бла-бла-бла. Да-да-да-да. Воу! Меня убило. Я спиной чуть не прошел. Окей, поехали. Знаешь, у меня такая лунная походка. Майкл Джексон. Да-да-да-да. Ой. Что-то я теперь пройти не могу. Не, все нормально. Пришельцы какие-то странные обитают на этой планете. Здесь тарелка упала одна летающая, походу кто-то не долетел. Да, Демастер, это, видимо, наша тарелка, раз мы сюда попали. Да, мы не смогли на ней сбежать из космоса и решили уже допаркурить из него. Да, почему бы не пройти паркуром? Почему бы не выбраться с помощью паркура волшебного? Слушай, как-то долго мы с тобой проходим первый уровень, мне кажется, мы бы уже успели... А мы уже прошли 9 уровней, смотри, на 9 уровне уже. А, на 9 уровне! Вот, ну, смотри, мы 10 уровень прошли с тобой, 10 уровень. Минуты 3 только прошло, ничего себе. До 10 уровня дошли, за 3 минуты. Мы проходили, знаешь, типа, такие, на расслабончике, я бы сказал. Да, да, просто на расслабончике проходим. Ты чё? Они как-то странно выглядят. Знаешь, как это странно выглядело? Ты такой стоишь, такой воу-воу-воу, и спрыгиваешь туда. Они как-то странно, они странно прыгают, они тебя немного примагничивают. Да, они тебя примагничивают, а потом отпускают. Надо зажимать пробел прямо, что далеко прыгать. Ничего себе. Здесь можно даже дабл-джамп делать, ты в курсе? Да ладно. Да, зажми пробел. Вот только на этих штуках, мне кажется. Да-да-да, это какие-то батуты, видимо, недоработанные. Да, может, они дают тебе баф дабл-джампа? Скорее всего. Так, отлично. Я думал, это чекпоинт передвижной. А я думал, эта штука нас убьет. Да. Демастер. Ладно, я подожду тебя. Да, подожди меня, Позе. Давай, аккуратно, Демастер. Все, не подскользнись. Ты, парень стоит, ждет. Глючит, наверное, с телефона играет. Эта штука сдвинулась. А он ее двигает. Как он ее двигает? Я не знаю, он ключит. Я вижу, она слегка дергается, когда он на ней прыгает. Я тебя подожду на другой, я с ним. Стоп, а как я теперь допрыгну? А, мы застряли, смотри, она не поднимается. Быстрее прыгай. Все нормально, Дэм. Слушай, а может на этой штуке можно летать? Может быть. Стой, ну-ка, прыгни сюда. Сейчас он прыгнет, нет! Уходим, все, уходим! Ты видел?
видел? Да, я видел, это жесть. И на ней начал джампить. Короче, вперед в портал. Какие крутые у него очки, крутые. У него такие крутые очки. Я видел, да, там с робоксом, с очками. Эти ребята не дают мне войти в портал, они заходят и меня не пускают. Смотри, Пози и Демас, чувак написал. Да, Пози и Демас, да. Демас. Демас. Мне кажется, тебя так еще никто не называл. Демас. Да. Давайте напишем в комментариях хэштег Демас. Хэштег Демас? Демас. Парень Демас. Я подписался на Демаса, знаешь, вот. Забайтил, забайтил. Слушай, мы, кажется, прилетели на ту планету, которую мы видели со спавна. Вот у нас наверху Марс, или это Юпитер. Черная дыра какая-то, Земля. Да, мы нашлись местных обитателей. Местные обитатели — это наши подписчики. Да, они здесь живут. Даже из космоса наши ролики смотрят. Да. Понимаешь? А это, наверное, какая-то шерсть. Видимо, планета живая. Да, может, это вообще не планета. А может быть, это вообще ноздря, знаешь, из ноздри торчат волосы. Блин, братан, это очень странно. Первая ассоциация, которая пришла в голову, это просто ноздря. А вот это что значит эти вот синие ландыши? Синие ландыши? Ой, это грибок 100% развивается в носу. И мозг, смотри, мозг. И мозг вырос. Это очень умный нос. Давай попробуем допрыгнуть до летающей тарелки или до мозга. Мне кажется, отсюда реально допрыгнуть. Вот даже отсюда. Ну-ка, я вот так встану на краешек. Давай, 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 давай. Там, видимо, прозрачная текстурка. Прозрачная, думаешь? Давай попробуй допрыгнуть сам. Попробуй. А, он как будто бы, знаешь, он как будто бы не пускает, там как-то невидимая стена. Типа невидимая стена, думаешь? Да, невидимая стена. Попробуй, блин, ты прямо упрёшься об неё, дальше не будешь лететь. Ну-ка, давай, 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 давай. Три, два, один. Нет, мы просто не долетаем, у нас же слишком маленький разгон. Окей, ладно. Короче, идем дальше. Воу! Воу, воу, 2D стайл, братан, 2D стайл, помни это. На сбоку смотреть, на сбоку смотреть, чтобы проходить. Смотри, вот так вот. И не глазей сильно. Нет, я умер, я сплющило, я вижу, сплющило очень сильно. Да, эти шарики, они какие-то жесткие, знаешь. Be careful, как мне сказал мой друг Джефф. Be careful. Окей, поднимаемся выше, поднимаемся выше. Это похоже на трехголовую гидру. Сзади цветок такой. Да, смотри, кстати, куда мы идем. Мы идем к какому-то существу. Кстати, я понял, у него еще глаза шевелятся, смотри. Да, жесть. Интересно, он пасть закрывает или нет? Вот это, кстати, очень крипово выглядит, он с белыми зрачками. О, вообще жесть, капец. Я как будто какой-то хоррор-фильм смотрел. Да-да-да-да, как будто увидел хоррор-фильм. Давай-давай-давай, в ту сторону, братан. Вот так вот. Опять летающая тарелка. Ну ладно, до нее мы тоже не допрыгнем. Мы уже, кстати, на 16 уровне. На 16 уровне, ничего себе. Сейчас будем на 17, братан. Оп. Окей, 17 левел. Нормально, нормально. Так, проходим, проходим. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп, хип-хоп. Да, прыжочки. Ты король хип-хопа, да? Да-да-да, так. Мы по каким-то летающим зеленым таблеткам спускаемся к нему в рот. Это маленькие летающие тарелочки. Да, теперь он на нас смотрит. Ну реально, посмотри, как это жестко выглядит. Я сейчас умер, я только что зацепился за кислоту у него на языке. Это вообще жесть, это очень крипово. Блин, кажется, это фиолетовая фигня, но прозрачно ты через нее пролетаешь, если падаешь вниз. Какая фиолетовая? Которая под языком у него. Под языком? Тихо-тихо, не наступи на кислоту. Давай ты станешь на меня и перепрыгнешь через эту кислоту. Давай, давай, давай. Только где-то я такое уже видел. Перепрыгивай. О, есть, перепрыгнул. Отлично, отлично. Это же дружеская помощь. Да, да, command work. Оп. Зачем ты меня столкнул? Я у него на зубах был. Я видел, я видел. Жестко, жестко, жестко. Опасный ты тип, демастер. Воу, горочка вниз. И мы у него в пасе. О, жесть. Давай. А я чекпоинт не собрал. А, нет, собрал. Собрал. Все нормально. Это была крутая горка, знаешь, я тебе скажу. Он какой-то странный, он стекло ест, бургеры. Теперь мы у него в желудке. Он ест мозги? И бургеры. И бургеры. Странный у него рацион, знаешь, типа. Сегодня я, пожалуй, съем вот этот блэк-бургер. Да, да, такой. Что бы сегодня съесть, мозги или Биг Мак? Да, и на официанта нападает, который ему бургер приносит, знаешь. Дай мне свои мозги. Я тут подумал, я хочу добавить немного мозгов в свой бургер. Да-да-да. Совсем чуть-чуть. А вот такой менеджер подходит, он говорит, почем у вас официанты? Вам такой прошарки. У вас очень аппетитные официанты здесь обитают. Да. О! Это у него позвоночник получается. Аккуратно, ты прям сквозь лазеры ползешь. О-о-о-о! Чуть не зацепился. А что это? Это его ребра, типа, или что? Не знаю, или позвоночник какой-то. Это какой-то позвоночник, скорее всего.
Так, мы уже на 23 левел. Мы все, мы уже близки. Я уже вижу свет в конце туннеля. Свет в конце туннеля. А как она так медленно ходит? Ты это видел? Она, видимо, с телефона у нее пик большой. Вот, смотри. Вау, она будет медленно ходить. Ребят, напишите в комментариях, так медленно ходить нужно. Как? Я никогда не знал. Ай, упал. Я на нее просто запрыгнул и пройду через нее. Здесь очень быстрый респавн. Это очень хорошо. Да, это круто. Но некоторые, знаешь, обе очень долгий респавн. Да, типа ждешь по секунд 15-20, когда обратно появишься. Да боже, я все время пролетаю. Не, я все нормально прошел. Дэм, давай я подожду. А тут куча людей, которые просто мешают. Они, видимо, через телефон играют. Да, оп. О, нормально, пропаркурил. Так, это мы, видимо, уже идем. Нет! Не-не-не-не-не! Я у него на голове прыгал. Жду тебя здесь. Жди, я тебя подождал, теперь ты меня подождешь, да? Я просто боюсь один туда заходить, очень страшно. Ладно, я иду. Итак, Демастер, решающий шаг. Большой шаг для человечества, маленький шаг для нас с тобой. Да. Погнали! Вау! А я не могу зайти теперь! Это конец. Это просто конец. Так быстро конец? Да. Мы уже прошли, жесть. А что это такое? А, это, видимо, батутики. Да. Я одену костюм пришельца. Теперь я капитан. О, такой зеленый, а я одену костюм ледяного пришельца. Давай полетаем. Взлетим. Ты взял себе леталку? Да, вот я уже взлетаю. Ну слушай, на самом деле здесь карта состоит из трех частей, и вот это была самой большой. Она вроде простая, но при этом очень красиво выглядит. Мне нравится. Да, достаточно красиво. Ну, космос всегда красив. А ты так летаешь без блоков? В смысле без блоков? Ты тоже, кстати, без блоков летаешь. А у меня ты без блоков. Это странная фигня, знаешь. Ну что ж, бро, на этом мой ролик подходит к концу. Надеюсь, вам понравился наш ролик. Если это так, то обязательно поставьте свой лайк и подпишитесь на мой канал и на канал Демастера, если вы еще не подписаны. Оставайтесь такими же крутыми и веселыми. Увидимся с вами в следующих видео. Адьос. Playtime.